Друзья, рад приветствовать у себя на канале. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как обойти обход блокировки Apple ID, экранного времени, экранного пароля, MDM и прочее. Если вам интересно, досмотрите это видео до конца, и вы будете результатом удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. Бывает так, что вы купили устройство там на блокировке Cloud, просто там с каким-то экранным паролем, там и владелец там утратили вы связь просто с владельцем, или еще что-то нужно, или у вас родительский контроль, и вам нужно его отбить быстренько, то есть отличное решение от компании TinyShare. TinyShare 4K — это компания, которая поможет вам разблокировать экран MDM, экранное время, на устройствах iOS. Более подробно: удалить 4 или 6-значный пароль Touch ID, Apple ID, Face ID, iPhone, iPad Touch, сброс пароля экранного времени за секунды, обойти MDM экран и удалить профиль MDM, исправить отключенный iPhone, iPad, Apple Touch без iTunes или iCloud, полностью совместим с последними версиями iOS, iPadOS, iOS 16, iPhone 14, iPhone SE 3, iPad Air и другие. Ныряйте в описании под видео, в закрепленном комментарии есть все ссылки. Что, друзья, после того, как вы установили данный продукт, нужно его открыть, вы получаете главное меню. Вот, есть перечень там разблокировки экрана, удалить Apple ID, обойти MDM, и вот перечень того, что есть там, техподдержка и прочее, прочее, там удалить экранное время пароль и менеджер паролей. Вот, давайте приступим с первого: разблокировка экран iOS. Вам нужно подключить устройство, и о чем оно будет говорить. То, что удаление экранного времени пароля приведет к стиранию данных на устройстве и прочее. Вы должны это учитывать. Подключили наше устройство, у нас прошивочка скачивается. Естественно, мы накатываем эту прошивку, то есть это идет потеря данных, стираем и просто уже потом активируем новый айфончик. Опять же, нужно помнить наши данные от Apple ID. Точно так же, друзья, следующий у нас подпункт будет касаться удаления Apple ID. Подключаем устройство, все, нас предупреждает о том, что данные будут удалены. Нужно будет ввести пароль для того, чтобы продолжить и дальше мы могли делать процедуру. Точно так же скачается прошивочка, все точно так же накатится. Нужно будет войти в режим recovery, и все у нас пройдет. Точно так же с обходом или удалением управления устройства MDM. Подключайте ваш iPhone или iPad. Опять же, обязательно нужно именно сделать то, что нам говорит программа, иначе у нас ничего не получится. Все пошагово делаем, и все это дело работает. Все, удаление с экранным временем работает абсолютно точно так же. Все, нажали, сделали, и менеджер паролей в скором времени точно так же будет. То есть очень полезная фишка, чекайте все ссылки в описании. Вот и все, друзья, напоминаю вам, что есть промокод с 30% скидкой, который вы сейчас видите, можете с помощью него приобрести данный пакет услуг, и все будут довольны результатом. Все работает буквально несколько кликов, взяли устройство, подключили, подтвердили действие, все, и пошло-поехало. Все как обычно. Если будут какие-то вопросы, напоминаю, что есть многие ответы в описании под видео в закрепленном комментарии. Ну и напрямую можете мне их оставить, конечно же, в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся.